Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, я перевернулся, это очередной выпуск мод-обзора. Сегодня у нас очередной мод для Doom. Сегодня у нас модификация по названием Super Hot. То есть, ну это тот же самый Doom, только работает у нас здесь он под можно так сказать, механикой игры Super Hot. Это наверняка альфа-версия, я давно еще этот мод скачал в 2017 году. И я уже вижу то, что бензопила здесь ни хрена не работает, чудесно. Пистолет. Здесь очень странная механика, потому что все работает вот таким вот образом. Да, мы просто бросаем этот элемент во врагов, и все. Ага, он еще и тем более рикошетит, это еще лучше. Как-то так, все невероятно белое, просто жесть какая-то. Ну да, но это все хотя бы немножко похоже на механику, которая была реально в Super Hot. Мне интересно, какая здесь вот будет драка, вот, допустим, с кибердемоном. Вот реально, какая она здесь будет? Понимаете, что это... Механика делается только проще для нас в данном-то случае. Вот реально. Будешь прикончить кибердемона? Чудесно. Сможем без проблем теперь. Если, конечно же, хватит патронов и всякого такого. А этого всего не хватит. Ой, ты ж, блин, чуть не прикончил, ладно. На самом деле все как-то монотонно и. Ну, можно вам помочь только, пожалуй, в том месте, если вам сложно драться против каких-то определенных врагов или что-то такое. А пока что смысла я, мягко говоря, не вижу. То есть механика и механика. А чего-то такого нового нет вообще. Кроме нее, конечно же. Получи. Хотя бы она здесь работает хорошо, но вот эта вот модель, она очень сильно мешает восприятию, невероятно сильно мешает. Можно было бы сделать все по-другому. То есть сделать, ну, патрон хотя бы какой-то. Но не эта штука, она полностью мешает. Ладно, модификация имеет всего и так 4 мегабайта веса, так что... Окей, попробуем пойти на старого доброго кибердемона. А ну-ка. Так, погнали. Нам на кибердемона. А ну-ка сюда. Драка будет гораздо легче, вон теперь у нас еще и красный. Ничего себе, вы все теперь красные, кроме импов. Импы почему-то постоянно здесь нарушают законы. Чудесно. Прекрасно. Ага, хрен тебе, дружище. Ого-го-го-го-го-го, сука. Ни хрена себе. Не, дружище, это уже слишком, что ли? Охренеть. Видите ли, по крайней мере, здесь можно взять и увернуться. Фак. Ой, серьезно? Все, он уже подох. Прекрасно. Три ракеты, ну что будет с этого хотя бы? Не такие медленные, жесть. Прям по-настоящему медленные. Давай же, получим. Чудесно, 4. А ну давай, пятая, давай. Пятая, чудесно, пошла. Со всех сторон, как тебе такое? Ух ты ж, фак. Чудесно. Вы без проблем можете теперь прикончить вообще любого врага, который у вас здесь будет только. Идеально. Но вас тоже могут ваншотить, об этом не забывайте. О, то есть я даже сделал все здесь без этого кюта. Чудесно, прекрасно, получилось у меня. Вообще идеально. То есть против врагов драться можно, это делается только легче на самом-то деле. В какой-то мере. Ага. Как же против нас будет драться Арквайл, а? Враги все стали гораздо легче для победы, но при этом не забывайте, что... Ну, они тоже вас ваншотят. Это факт. Не видно рычагов, это огромнейший минус. То есть, ну, к примеру, здесь, если бы я не знал, что здесь есть лифт, я бы так здесь бы и застрял. Это очень мешает, потому что, ну, хотя бы выключателем, то дали бы там, не знаю, какой-то там способ выделяться от всего другого. Но здесь видно, здесь красный выделяется прям идеально посреди всей комнаты. Так, и лифт сделайте красный в таком случае. Все, просто перекрасьте эту модель в красный и все. Что здесь проблематического-то такого? Ладно, я придираюсь за альфа-версию, всякое такое, так что ее еще можно такое выпускать. Если это, конечно же, альфа-версия, может быть, не знаю, может быть, это бета-версия. Но главное, что наверняка есть версия получше. Мы видели уже с вами сюжетную версию, да. У нас была сюжетка в виде Супер Дум. А, стоп, что? Г...
Грёбаный нарушитель закона, а? Ну вы посмотрите, он нарушает все механики игры. Плазмоган все механики игры нарушает. Просто бредятина. Ах ты ж, блин, а? Даже оружие, наверное, перезарядить не можем, не двигаясь, потому что такой суперход. А здесь, знаете, а то плазмоган без проблем тебе отойдет и все. Сколько здесь, интересно, прикончит у нас БФГ? Она, по сути, должна быть у нас здесь сильнее, причем гораздо сильнее. Ну-ка, оп, погнали. Раз. Фак, даже взять оружие, нихера себе, это интересно. Проходить с этой механикой, ух, как долго надо будет, но все равно. Экспириенс новый хотите? Экспириенс новый получите, вот и все, это так можно описать этот мод на самом-то деле. Окей. Ну что, кибердемон? Краснющий теперь. Хочешь получить по морде? И... Видели, все равно, как бы то ни было, а вот лифты и всякое такое двигаются все равно. Один. Все. Стоп, не все? То есть, вас убивает по 5-6 ракет, а это нет? Вообще идеально. Я так понял, здесь ракета это самое сильное оружие. Да, потому что БФГ все равно их не уничтожает. Но будете теперь знать лайфхак. Можете вообще не юзать БФГ, можете юзать здесь просто ракетницу и все. На этом, пожалуй, все. Всем пока. Больше ничего такого здесь нет.